этот день проходит у нас в городе много всяких мероприятий. Мы тоже решили не остаться в стороне. Я считаю, что это правильно. Мы поддерживаем всех березняковцев, с этим праздником поздравляем. Мы подготовили много конкурсов и викторин семейных, и для детей в том числе. И самое главное, наверное, разрешаем раскрасить машину в цвета победы. Просто даем баллончики, и что хотите, то рисуйте. Ну, естественно, в честь Дня Победы. Все, кто находился рядом с торговым центром Orange Mall, могли принять участие в викторине. Например, ответить на вопрос, к какому виду танков относится Т-34. Более того, автосалон подготовил тематическую фотозону. Каждый мог сделать фото с точной копией пистолета-пулемета Шпагина, каской или шлемом танкиста.